Посмотри на себя. Уложил мужика в реанимацию, а сам спишь как младенец. Ты полон тайн, ведь так? И злости тоже. Мне это по нраву. Рискнем заявить, что за последние годы он набрал огромное число фанатов. Спасибо, детка. Синдбад или Аладдин? И он за это расплатился сполна. Смена позиции, у ворот. Кто из них кто? Я про твою кличку. Нужно же выбрать одну из этих. Синдбад. Я тоже за него. Он уже давно в таком не участвовал. Этот чувак со мной тренировался. И 4 раунда протянуть не мог. Эль Торнадо. Сестрица с него ростом, прикинь? Но хороша. Не с жопа, а праздничный торт. Сексом, затем позвонили его жене и сказали: «Приезжай и забери его из моей постели». Это все очень странно. Очень. Во-первых, что вы забыли в ее постели? Подвинься, чувак. Я не вижу ни хрена. Что ты сказал? Повторять не собираюсь. Как вы пустили его в постель, зная, что у него есть жена? Потом позвонили и такое ей наговорили. И что? Она приехала? Я была в магазине, ничего не услышала. Сука. Ребенок плакал. Стой. Ты чего? Эллен тоже сойдет. Что ты несешь? Фредди. Чтоб его. Можно и на жопу Эллен сегодня поглядеть. Может, подвинешься, будь добр, чтоб все разглядели. Спасибо. Стыдно очень. Выходишь из магазина, включается сигнализация, и тут нужно притворяться. Хлопать по карманам,